Дмитрий Коваленко консультируется с врачом по видеосвязи. 2 недели назад у него подтвердился COVID-19. Мужчина решил лечиться амбулаторно. 5 ноября получил бесплатное лекарство от коронавирусной инфекции. У данного пациента был доктор на дому, то есть осмотрел, да, и было принято решение о том, что препарат ему показан. Далее, после назначения препарата, ему его привезла медсестра, и на следующий день было динамическое наблюдение о том, как пациент переносит препарат. В 15-й поликлинике с 8 утра до 8 вечера работают 2 мобильные бригады медиков. Они обеспечили лекарствами 25 самарцев, которые сейчас лечатся на дому. Получить медикаменты можно после консультации с врачом и только при подтвержденной коронавирусной инфекции. Сегодня для амбулаторных пациентов разработано более 10 схем лечения. Какая из них подходит, определяют индивидуально, чтобы избежать побочных эффектов. Очень важно отметить, что необходим тщательный отбор и по общему состоянию пациента, и по жалобам, по его соматическим заболеваниям и так далее, для того, чтобы не навредить. Пациент, кроме этого, проходит обязательный лабораторный контроль исследования на дому в течение 1, 3, 5 суток с начала приема препаратов, значит, и уже оценивается его эффективность в лечении. Напомним, программа по обеспечению пациентов медикаментами реализуется в регионе по поручению губернатора Дмитрия Азарова. За счет федеральных и областных средств закупили более 14 тысяч упаковок 3 видов препаратов. Все они сейчас поступают в поликлиники региона. Медработники будут доставлять их амбулаторным пациентам в соответствии с показаниями. Светлана Кудрявцева, События.